Доброй ночи, дорогие друзья. Когда много еще предстоит сделать, а силы уже на исходе, и ты сутки не спал, ты берешь свою задницу в руки, идешь к морю, потому что здесь спасение, здесь есть источник бодрости. Это в море, ледяная вода. Сейчас пойдем бодриться. Ну что, помчались в бездну? Теперь энергии еще на двое суток. Вот это да. Все, батарейку подзарядили. Ой, как хорошо. Весь сон как рукой сняло. И усталости как не бывало. Да, друзья мои, это божественно. Фу. Ну все, теперь вы знаете, что нужно делать, когда вы на ходу засыпаете. И у вас кончаются силы и энергия. Господь снабдил нас просто неимоверным источником дополнительной энергии. Прямо как в компьютерных играх. Пошел, зарядился и вперед снова. Но, естественно, нельзя перебарщивать. Потому что я думаю, что на 10-е сутки все-таки... Ваше здоровье вам подскажет, что вы не правы. Все, удачи, пока. Будьте здоровы и энергичны.